Всем привет! Вы вновь на канале. Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать. Наконец у нас получилось снять видео. К сожалению, мы вам обещали видео про малахит. Мы чуть-чуть с ним задерживаемся. Мы решили временно, пока по техническим причинам мы не можем снимать тематические видео, мы решили снять еще один конкурс. Что в этом конкурсе будет разыгрываться? Мы решили сделать два призовых места. Первое и второе. Сейчас я продиктую, какие будут камни в первом и втором месте для победителей, а уже в конце видео оператор вам покажет, что из себя представляют эти камни. Ну, в первом месте будет у нас разыгрываться аквамарин, танзанит, лазурит, аметист, сердолик, дымчатый кварц и кальцит. Во втором месте у нас будет марганит, оливин, малахит, октаудр флюорита, тигровый глаз, шерл и кварц. Как бы призы, может быть, не сильно дорогие, но все равно, я думаю, для начинающих коллекционеров это будут довольно приятные подарки и, ну, хорошее начало для своей личной коллекции. Что бы я хотел сказать по поводу розыгрыша? Что от вас требуется? Ну, первое, это лайк, конечно, на видео, подписка на канал, если вы не подписаны. Также к вам огромная просьба написать ваше мнение об этих камнях, что вы видите, ну, в них, ваше представление, что бы для вашей коллекции они представляли бы. И, опять же, очень огромная просьба сделать репост этого видео в любую из соцсетей. И просьба, опять же, скинуть эту ссылку либо мне из двух соцсетей, которых указано на YouTube, это Instagram и ВК, ссылочку, что вы сделали репост, либо к комментарию к видео на самом YouTube. По поводу доставки. Доставка для жителей Республики Молдова будет бесплатная. Для тех, если кто выиграет с внешки, это как Россия, Украина и тому подобное, мы уже будем договариваться в привате, там будем решать вопросы. Сейчас из-за ковида доставка немножко небольшие проблемы, но думаю, мы решим этот вопрос. А так что сказать вам можно. Мы рады, что вы в прошлом конкурсе очень активно себя повели. Надеемся, в этом конкурсе вы также сами себя поведете активно. Ближайшее видео про малахит мы думаем, что отснимем. Ну, может быть, в ближайшие две недели. По поводу, опять же, этого конкурса. Конкурс будет длиться до 1 августа. Ну, что ж могу сказать. Желаю вам удачи в самом розыгрыше, в победе. Спасибо за то, что вы еще на нас подписаны. Не отписывайтесь. Всем пока.